Привіт всім людям доброї волі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами, друзі, спробуємо налаштуватись на велику подію, яка єднає нас з вічністю. А налаштовуватись ми будемо за допомогою нашого сьогоднішнього гостя, настоятеля Свято-Нікольської соборної церкви протоиерея Михаїла Бойка. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Благословите, батюшка. Благословите. Отец Михаил, итак, все мы стоим на пороге большого-большого православного праздника, двунадесятого православного праздника Успения Божией Матери, которую мы встречаем 28 августа. Именно этим праздником и заканчивается Успенский пост. И вот этот праздник Успения Божией Матери, он объединяет нас с горним миром, с вечностью. Успение Божией Матери. Будьте добры, отец Михаил. Это событие. Это, конечно, событие. И надо сказать о том, что церковный Новый год начинается Рождеством Божией Матери. И церковный год заканчивается праздником Успения Божией Матери. Это последний, 20-й праздник церковного года, поскольку с 1 сентября начинается новый церковный год. То есть это не просто окончание Успенского поста, это шаг в новую жизнь, в Новый год. Как известно, Новый год – это начало новой жизни, да? Начало нашего спасения послужило само Рождество Божьей Матери, на которое исполнилось таинство Боговоплощения. Сын Божий стал Сыном Человеческим. И также праздник последнего церковного года Успения является значимым для всех верующих о том, что те слова, которые мы исповедуем в символе веры, чая воскресения и мертвой жизни будущего века, именно то все, что мы чаем и которое должно совершиться со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа в лице Божьей Матери, в ее уже это все совершилось. Она унаследовала воздаяние будущего века в полноте всего своего блаженства, поскольку ее успение именуется также Богородичной Пасхой, ввиду того, что Божья Матерь, уснув, вновь была воскрешена и вознесена Господом на небеса. И когда апостолы по просьбе, по преданию апостола Фомы вновь открыли гробницу, где она была захоронена, они увидели только пелены. Тот же вечер, когда они пребывали в молитве, Божья Матерь явилась и их приветствовала, так же, как и Господь. А с вами буду во все дни до скончания веки этими словами, когда Господь на горе Хворце перед вознесением своим так сказал, так же и сказала им Божья Матерь. Мы очень много знаем о воскресении Христа, но не в смысле, что много знаем, но много об этом свидетельств. И есть в Иерусалиме Кувукля, есть пещера, в которой был погребен Иисус Христос и воскрес. А вот именно об Успении Божией Матери, отец Михаил, как-то она и при жизни была в тени, и ее земная жизнь покрыта многими тайнами и неизвестностями. И также и Успение, вот где она была захоронена. Она воскресла, нет ее тела. То есть, понимаете, все окружено тайной. Все, что связано с Богородицей, это все тайна. Надо сказать о том, что Святой Евангелие больше всего возвещает земное служение Господа нашего Иисуса Христа, но только упоминает о Деве Марии. Но дальнейшие свидетельства о нем сокрыты предания. Именно о ней писал Денис Ареопагит, ученик святого апостола Павла, который уверовал после проповеди апостола Павла в Ареопаге Афинском, захотел увидеть саму Деву Марию, и его писания остались за том, что он видел ту Всесвятую, которая действительно наполняла любое сердце человеческое миром. Известно из жития Девы Марии, что Иоаким и Анна долгое время не имели детей, и поэтому они усердно Богу молились о том, что Господь даровал им ребенка. И в благодарность за это они дали обет посвятить ему на служение Богу. В трехлетнем возрасте Девы Марии отдали в Иерусалимский храм, где она пребывала в количестве многих дев, пребывая в молитве, изучении Священного Писания, в рукоделии, в труде до 12-летнего возраста. Там девы пребывали в своем девстве, и после этого должны были отданы быть в замужество. Но поскольку Дева Мария дала обет безбрачия,
То есть тот обет назарейства, который мужчины в Ветхом Завете не все принимали. Мы знаем только Иоанна Крестителя, Иисус Христос, были назареи до конца своих дней. И в дальнейшем ничего не оставалось сделать, как просто отдать его под защиту иудейства старцу Иосифу, который был его защитой в той земной пребывании. Ну, формально она считалась его женой, она, да? Формально считалась его женой, поскольку другого варианта не оставалось. И дальнейшее дело Марии пребывала в своем смирении и терпении страдания своего служения, ведь она уготовила тот сосуд, который должен был воплотиться в невместимый. И в дальнейшем мы знаем праздник, посвящен этому видению, и также праздник Благовещения. Праздник Благовещения – благая вещь, что является самым уже обозначаем Евангелие. И в этом празднике Благовещения свидетельствует о том, что Архангел Гавриил явился Деве Марии, и это запечатлено предание, и возвестил ей о этом. Также Лука, апостол, в Новом Бетном пишет в своем Евангелии, что она была извещена о том, что она родит Сына Божия. И же ее ответ: «Я раба Господня, да будем по слову Твоему», свидетельствует о глубочайшем смирении. Отец Михаил, вот сейчас вы упомянули и сказали такие слова: «Божья Матерь всю свою жизнь пребывала в терпении страданий своего служения». То есть терпеть страдания и смиряться при этом, не роптать. Имеется в виду вся жизнь Божьей Матери, поскольку вы говорите, что она сострадала Сына Своему. Ведь она была так же, как и апостолы, его сопутствовала, всех ему проповедях. Она пребывала во всех его страданиях рядом и пребывала рядом вместе в день распятия на Голгофе у креста. И она сораспиналась и сострадала Сына Своему, ведь это был Сын Божий, но также и ее Сын. А вы знаете, вот отец Михаил, дело в том, что православное учение, оно вне логики земной, потому что само рождение Божьей Матери, вся ее жизнь, воскресение Христа, ее успение – это все вне логики, и поэтому, может быть, земному уму сложно все это постичь и поверить. В то время, когда пребывал Христос, Он проповедовал, и люди верили Словом. В то время достаточно было увидеть им Пресвятую Богородицу, и это было достаточное доказательство, что это все было в реальности, что то древнее пророчество, о котором были возвещали ветхозаветные пророки, сбылось в эти дни. Ведь не все же уверовали во Христа. При его земной жизни, да и после земной жизни, только тому, кого коснулось благодать сердца его, он открыл сердце свое и стал веровать во Христа. Ну и сам праведный Симеон Богоприимец, ведь он, когда переписывал Святое Писание, и когда ему было возвещено, что Дева родит Сына, он тоже усомнился, и он написал: «Жена родит Сына». Он усомнился в тексту, поскольку он понимал, что текст передавался многими переписчиками, и, зная, что это является из логики человеческой ошибочной, попытался изменить текст, на что он был остановлен, и он был наказан тем, что проживал долго дней, пока сам лично не увидит исполнение этого пророчества, ввиду того, что он усомнился тексту Священного Писания, который также противоречит человеческой логике. То есть православные христиане живут вопреки логике? Дело в том, что... Или есть особая логика? Есть. Потому что, отец Михаил, почему я акцентирую ваше внимание на этом? Потому что ведь нас смотрит разная публика и разные телезрители, разных взглядов. И много есть таких, которые говорят: я бы поверил, но этого не может быть, потому что этого не может быть. Когда даже апостол Павел проповедовал в Ареопаге Финском, и он коснулся проповеди о воскресении из мертвых, большинство ареопагов стали одни насмехаться, другие сказали, что об этом мы послушаем тебя в иное время. То есть само воскресение мертвых и загробная жизнь, то время даже, когда времена еще пребывания жизни самих апостолов, которые свидетельствуют, как они пишут, что слышали уши наши и что видели очи наши, тоже не все уверовали, поскольку это противоречило тому, что разум человеческий не может постигнуть то, что может постигнуть сердце человеческое, но сердце, которое уверует. Ведь благодать, она необъяснима. Внутреннее радование сердца вере тоже необъяснимо разумом человеческим. Ну да, бывает, почему среди всеобщего хаоса и страдания вдруг сердце ощущает
необыкновенную радость, и все грустят, а в сердце радость. То есть это необъяснимо, это тоже вне логики. Если у человека на сердце мир всеобщего хаоса и нестроения, он обладатель того мира, который является свыше земного. Хотя по логике он должен пребывать тоже в смятении. Да, по логике. Да, по логике, да. Но тем не менее мы знаем то, что Господь является истинным спасением, Господь является тем дарованием благодати, который воистину ведет человека к спасению. Отец Михаил, возвращаясь к празднику Успения, который мы будем встречать 28 августа и которым оканчивается Успенский пост. Этот праздник объединяет нас с вечностью. Можно сказать, что Успение – это как бы та дверь, через которую можно взглянуть в вечность? Дело в том, Успение является самым большим праздником Богородичным, ввиду того, что оно нам открывает ту таинство, о котором нам заповедано, что будет будущая жизнь, жизнь вечности. И само знаменование, что Божья Матерь после того, как умерла, она была воскрешена и вознесена, именно вознесена она была и душой, и телом, о чем свидетельствует пустая могила. Также и пустая могила свидетельствовала о воскресении Христа, когда нашли только лишь пелены, а самого Господа не нашли. Поэтому праздник Успения ознаменовывает то полное воздаяние благодати, Церковь именует его Пресвятая Богородица, поскольку она и является святее иных святых, унаследовавших спасение и святость земной жизни. Ведь даже те святые, которые уже прославлены своей душой на небесах, тела их и находятся здесь на земле, в чем удостоверяется их захоронение, также нетление из мощей. Но, тем не менее, эти телеса не вместе с душой наслаждаются благодатью полного воздаяния. А в Деве Марии мы имеем пример полного воздаяния благодати. Она унаследовала все то спасение, которое Господь заповедовал, говоря апостолам, что «вы будете со мною во Царстве Моем». Отец Михаил, ну, Писание сохраняет еще, что Божья Матерь предузнала о своей кончине, и она очень хотела видеть апостолов, но, в принципе, опять-таки, по логике вещей это было сделать невозможно, потому что они были рассеяны по всему свету. И, тем не менее, вышло все так, как хотела Божья Матерь. В действительности она пребывала по преданию в доме Иоанна Богослова, все апостолы ходили на проповедь, проповедуя, и время от времени вновь возвращались в Иерусалим, вновь они собирались этой церковной семьей у Божьей Матери, когда Господь заповедовал жену, все сын твой, все мать твоя. Это не было отношением лично к Иоанну Богослову, это было отношение ко всеми апостолам, она явилась матерью церкви, которые вновь возвращались апостолы из проповеди, и действительно она пожелала при смерти, также будучи извещена архангелом Гавриилом о своей блаженной кончине, чтобы вновь проститься и увидеться со своими апостолами. И также церковная иконография об этом возвещает. Писание иконографии свидетельствует о положении Девы Марии в гроб, и вокруг нее собраны 12 апостолов. Также Которые были собраны непонятным образом, но ангелы возвестили им и содействовали. Мы читаем даже в книге Деяний, что ангелы Господни восхищали апостолов и давали им возможность вновь явиться в Иерусалиме. И иконография изображает Богородицу в новом младенческом возрасте на руках у Сына Своего, Господа Иисуса Христа. И тем самым оно свидетельствует о том, как жизнь земная начинается с младенчества. Также она изображена в виде младенца на руках, как бы жизнь, новая жизнь ее после смерти, что является рождением в вечности, тоже ознаменовано Писанием в виде младенца. То есть смерть человеческая, судя по вашим словам, это есть рождение в новую в вечную жизнь? Жизнь. Это рождение в вечность, в вечности. Как ребенок формируется в утробе матери, и он рождается в эту земную жизнь, можно сказать, что он умирает для той жизни, да, в которой он пребывал до своего рождения, так и умирая,
Душа рождается в новую Получается, жизнь. Святых Отцов земная жизнь состоит у христиан для того, чтобы подготовить к себе к жизни небесной, к жизни вечной. Поэтому пребывание в земной жизни мы должны посвятить святости и служению Господу для того, чтобы унаследовать то спасение, которое уготовано верующим в Христа. Понимаете, можно сказать, вот здесь двояко. Мы рождены для того, чтобы умереть, это по земным норкам, меркам, а по учению православия мы рождены для того, чтобы перейти в вечность. Рождены для того, чтобы унаследовать вечность, унаследовать вечность здесь на земле, трудясь за свое спасение. То есть вечность просто так тоже не дается. Конечно, человек же должен перейти к святости благодаря своим трудам и своим стремлениям. Также Божья Матерь этому сама и содействует, поскольку именно ее слава, прославление более известно после ее успения. Ведь после успения многократно явлены знамения, чудеса. Она являлась многим святым на земле. Она содействует спасению каждого человека. И Божья Матерь многократно через свои иконы являла действительно помощь людям в деле прежде всего спасения и также в земных всех своих трудностях. Божья Матерь – это самая первая услышательница всех человеческих скорбей. Да, именно так можно сказать. Поэтому почитание Божьей Матери уже во втором веке в Римской катакомбе мы видим ее изображение. И сам праздник Успения он настолько известен, что по Византии это Успенский праздник был самым большим. И взял христианскую веру с Византии Киевский храм – Киево-Печерский лавр, главный, также был в честь Успения Божьей Матери. В честь Успения Божьей Матери был в дальнейшем во Владимире построен Успенский собор. Позже, как Владимирская, Монгольская Русь и после Монгольская Русь, это уже был воздвигнут Успенский храм Московского Кремля. И сам праздник Успения является тем залогом нашего спасения в лице Божьей Матери, которая явно осуществилась. Оно является всем верующим доказательством то, что слова Господа нерушимы, и воздаяние полной благодати будет по второму пришествию Христа Господа нашего, как для души, так же и для тела человеческого. И дальнейшее праздник Успения, также мы знаем у нас этот праздник Лавра и Почаевская, и также Печерская лавра, наверное, все лавры, да, все успенские. Можно сказать, и из Богородичных храмов, большинство успенских храмов на земле. В Греции до сих пор это государственный праздник. Именно праздник Успения Божией Матери, да, – это государственный праздник. Празднуется на государственном уровне. Угу. Отец Михаил, а вот это Успение, которое объединяет нас с вечностью, Успение Божией Матери, и именно Божья Матерь наиболее прославилась после своего Успения. И она, ее может призвать каждый, не только православный христианин, но каждый, кто терпит нужду, может, если он слышал когда-либо имя Божьей Матери. Молиться дано, это право каждому человеку. И каждый человек, если может воззвать к Господу на любом месте, и молитва каждого от сердца всегда будет услышана. Пример того, что Божья Матерь является ходатаем, заступницей за взор человеческий, описывается в Евангелии Иоанна Богослова, и чудо совершено в Кане Галилейской, когда она пребывала вместе с апостолами и Христом на пиру свадебном. У бедной семьи закончилось вино, и пожалев, чтобы праздник, торжество не претелось в печаль, она попросила, чтобы Господь сотворил чудо. Это было первое чудо ради людей. И на что даже Господь ответил... Первое чудо Иисуса Христа, претворение воду в вино. И именно это было чудо сотворено по просьбе Божьей Матери. И тот кроткий замечание, что Иван Елизиан Воскл пишет, что скажет вам, то сотворите. Это, можно сказать, единственные слова Божьей Матери, которые записаны, то есть всегда пребывать в послушании Сына Своего. Позже на горе Фавор было сказано: «Сей Сын мой возлюбленный, того послушайте». Но это уже был глас Отца Небесного. То есть Божья Матерь являет всем людям на земле образец и образ послушания. И послушание, и смирение, и терпение, и полной покорности воли Божией. И также людям в этом и содействует. Ведь множество икон
и скоро послушается в скорби градус, помочится в родах. Они названы в честь того, что Божья Матерь действительно помогает человечеству, и вера в это сохраняется до наших дней. Вот вы сейчас сказали, Божья Матерь помогает, а рассказывают, что на Афоне всегда обращаются к Божьей Матери, в первую очередь, Пресвятая Богородица, помогай нам. Не Пресвятая Богородица, спаси нас, а Пресвятая Богородица, помогай нам. Дело в том, что спасание приходит только через Христом. Ведь право судить и прощать дано только Сыну Божию Иисусу Христу. И если мы называем Пресвятая Богородица, спаси нас, мы просим, чтобы она нам содействовала в наших трудах, нашему спасению. Но Пресвятая Богородица помогает, это действительно тоже молитвенное прошение, чтобы она также помогла нам, естественно, как в спасении, так же всех нуждах земных. То есть, если нужно все-таки в первую очередь верующему человеку говорить не «Пресвятая Богородица, спаси», а «Пресвятая Богородица, помоги»? В любом случае, это надо правильно понимать, что суд Божий принадлежит весь Сыну Божьему. Поэтому в никоем случае мы не говорим, что Божья Матерь судит, Божья Матерь не судит, она а содействует и ходатайствует, да, в нашем спасении. Она источник той благодати и доброты, которая является всем верующим, который только лишь в молитве взрослым поднимет Божьей Матери. Имея такие образцы и имея Божью Матерь заступницей всего рода человеческого, а при этом мир продолжает лежать во зле, отец Михаил, непонятно. Но дело в том, что сам человек должен обратиться к Божьей Матери. Божья Матерь содействует спасению тогда, когда человек сам себе же содействует своему же спасению. Нельзя человека принудить к спасению. Он должен сам его желать. И как свидетельствует священная история, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете заповеди были даны давно уже, но не все же их исполняли. И не вина заповедей о том, что они неисполнимы. Вина человека в том, что он не хочет стремиться к наследию жизни вечной. Почему не хочет человек стремиться? Ну вот казалось бы, нужно делать то-то и то-то, и все у тебя будет хорошо. Ты делаешь то-то и то-то, а хорошо не становится при этом, отец Михаил. Но, в всяком случае, Евангелие обещает нам наследие жизни вечной, но ни в коем случае она не обещает нам благосостояние земное. Поэтому если человек будет собирать сокровища свои здесь на земле, ни в коем случае он тогда не сможет собирать сокровища на небесах. Если он начнет трудиться на сокровища на небесах, конечно, у него не будет сокровища на земле. Поэтому надо понимать, что двум господам нельзя служить. Не зря написано, что нельзя служить Господу, нельзя служить мамоне. Это был культ достатка и богатства. Но, тем не менее, я думаю, что вряд ли найдется, редко можно найти человека, который не хотел бы быть богатым или хотя бы обеспеченным, да, телезрители? Так что, если ты хочешь быть обеспеченным, значит, ты не наследуешь Царствие Небесное. Нет, вопрос в том, что человек не должен быть богатым или обеспеченным. Вопрос в том, как человек к этому относится. Ведь человек, который имеет по заповеди Господа, должен поделиться с ближним, которого не имеет и пребывает в нужде. И человек, который пребывает в нужде, должен не завидовать, которого умеет. Ведь принцип, кому много дано, с того и больше спросится. Это тоже заповедь евангельская. И каждый человек должен использовать свои таланты, свои достояния, свои силы, также свое состояние, тоже на пользу спасения и помощи ближнему. В этом же проявляется и заповедь Божьей любви. Ведь любовь должна в чем-то проявляться, а не только лишь на словах. То есть служить Богу, служить Божьей Матери нужно тем, что ты имеешь, а в первую очередь своим сердцем. Божья Матерь служит всем ко спасению и дает нам пример того служения, которое является залогом спасения нашего личного. И все, что, если вспоминать Иоанна Богослова, он уже был престарелый старец на острове Патмос, даже после того, как он написал уже «Апокалипсис Откровения», будучи старцем, уже болезненным, он не мог разговаривать. У него были только одни слова: «Братья, любите друг друга». Вот это именно заповедь любви к ближнему является то великое чувство, которое сохраняет человека в той вере, поскольку любовь есть критерием исполнения заповеди. Если человек трудится из чувства любви для ближнего, ему это дается в радость. Даже если человек чего-то лишается из материальных благ, но сердце наполняется радостью о том, что он кому-то помог, чему-то содействовал, сделал добро. Если человек запнулся в сердце своем
и чувство жадности над ним преобладает. Так человек же скоро из-за того же своей рабской зависимости от жадности может прийти к тому, что начнет же сам себя же ущемлять в самых обычных бытовых нуждах, ради того, чтобы вновь сэкономить из-за этого же рабства жадности. То есть он может стать рабом самому себе? Радость бывает не от того, что человек имеет, а радость бывает от того, что человек может с кем-то поделиться и вместе порадоваться. Отец Михаил, и будьте добры, еще слово для наших телезрителей в канун Успения. Только одно слово, потому что времени уже нет. Праздник Успения является свидетельством того великой истины домостроительства Божьей, что Божья Матерь в своем лице унаследовала полное воздаяние благодати. И душой, и телом она действительно жива. Жива на небесах, но жива и также здесь, на земле, которая являет свои знамения через иконы, которые содействуют каждому нашему спасению, которая слышит каждую молитву человека верующего и обращается к ним за помощью. И также является источником благодати нашего спасения. Я хочу же поздравить с наступающим праздником Успения Пресвятой Богородицы и помня тропар, который возвышается в Успении, нас не оставляющая. Дева Мария является помощницей нам, нашему спасению, и Матерь Церкви земной и небесной. С праздником вам, наступающим Успением. Спасибо, отец Михаил. Друзья мои, да возлюбим друг друга во единомыслии. У нас в гостях был протоиерей Михаил Бойко, настоятель Церкви Святого Николая Чудотворца, которая на улице Фалеевской. Це була розмова на тему. На все добре. Все добре.